Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас обалденные аджарские хачапури. Рецепт будет в описании под видео. Также обалденные грузинские хинкаль. Также рецепт обязательно будет. На все рецепт будет. Также вот такой соус, хотя его совершенно не видно. Я его поместила прямо сюда, чтобы все было видно вблизи. И еще здесь у нас напиток, это вода с лимоном и листочком мяты. Я обожаю воду с лимоном, и моя бы воля, я ее пила бы постоянно. Просто у меня низкое давление. И врач не рекомендует, но я просто обожаю. Я попросила вас позадавать вопросы в Инстаграме, то есть на какую тему поболтать. Не обязательно вопрос, а просто. И здесь некоторые девчонки просят меня обсудить их темы на мукбанг. Я хотела вас спросить вот абсолютно искренне. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам, когда я видео рассказываю чужие истории, то есть истории подписчиков. Очень много девчонок отправляют свои истории на пиар-аккаунт. Я даже еле успеваю их разбирать. Мне просто кажется, что если каждое видео обсуждать чью-то историю, это будет немножко неинтересно. Как вы думаете, пишите в комментариях. Если вам интересно, я могу. Напишите, пожалуйста, что интереснее. История интересная от подписчиков, либо что-то, когда я из своей жизни рассказываю, или просто то, что у меня происходит. В общем, дайте мне подсказку, чтобы я тоже знала, в каком направлении мне двигаться. Раньше всегда у нас был один большой хачапури. В этот раз два маленьких. По маминому рецепту хачапури получаются просто супер. Там среди вопросов был такой вопрос, что я бы сделала, если бы я узнала, что у моего отца другая семья, и он, например, нас бросил. Многие почему-то думают, что у меня папа, например, в России, у него обязательно другая семья, дети и все дела, и он нас бросил. И я обязательно это скрываю, потому что мне стыдно. Почему-то очень много людей так действительно считают. Во-первых, ничего постыдного в этом нету. Каждый человек хочет быть счастливым. Если мой отец, например, несчастлив с моей мамой, я его просто пойму. Я никогда не буду осуждать, говорить, все, ты нас предал и так далее. Потому что завтра я тоже могу оказаться в таком положении, например, выйти замуж, потом развестись. Мой ребенок тоже может меня обвинить в том, что я не сохранила брак. Ну, к примеру, да? У меня в жизни такого не было. Но если бы было, я бы вам честно об этом рассказала. Вы просто делаете такие выводы, потому что вы не знаете моего отца. Мой отец, он очень хороший в этом плане, вот реально. Но даже если у него бы была другая семья, я бы это поняла. То есть бросил мою маму, пошел ты к черту, у меня больше нет такого отца. Нет, я с этим абсолютно не согласна. При любом раскладе отец это отец. Моих родителей особо даже крупных ссор никогда не было.
Я помню, только один раз они сильно поругались и хотели развестись, а потом помирились. Ну а так, в общем, мама с папой всегда хорошо ладили. Не было каких-то, знаете, истерик, избиений там. У меня папа никогда не поднимал руку на маму. Вы знаете, что больше всего мне нравится в моем отце? У нас, например, пройдешь по улице в суперкоротких каких-то шортах, и даже взрослые мужики так на тебя смотрят, прям, знаете. У моего отца этого нету абсолютно. Он даже не заметит, как кто-то прошел. То есть, ребят, я вам честно могу сказать, что у меня мама той же фамилии, что и папа. Они не в разводе, у них все замечательно, они каждый день созваниваются, общаются по видеозвонку. Я с папой, например, могу, там, не знаю, в 3 дня один раз поговорить, но папа с мамой разговаривают каждый день. И они же не всю жизнь вдали друг от друга были, но последние 3-4 года. А вообще, у нас в Азербайджане у мужчин меня это раздражает. Если ты одет откровенно, все так смотрят на тебя. В основном это контингент, который приехал из деревень, который в основном торгуют на рынке. И одна девушка, я видела видео в ТикТоке, она затронула эту тему и говорит, почему люди такие, почему у нас мужчины такие. Не все, конечно, ни в коем случае не хочется обидеть всех. И читаю комментарии, девушки пишут. Ой, не надо одеваться супер вульгарно, не надо провоцировать мужчин. Ты сама виновата, что мужчины себя так ведут. Ты просто читаешь, и это пишут женщины. Мне реально стыдно за таких женщин. Очень стыдно. Мне стыдно за женщин, которые дерут друг друга волосы ради мужчины, там ругаются с подругой, уводят у подруги парня. Оправдывают полигамность мужчин. Нету женской солидарности. Я там прям написала комментарий. Пару ласковых написала ваша Айка. Вот самый главный минус страны, в которой я живу, это вот контингент, который приезжает из деревень и не умеет себя вести в городе. Это тоже, мне кажется, по большей части вот в нашей зоне, в центре такого нету. В центре всем плевать. Потому что в основном люди, которые приезжают из деревень, они где-то здесь живут. То есть в центре жилье стоит очень дорого. И там контингент абсолютно другой, понимаете? Я просто не понимаю таких мужчин, как можно себя не уважать. Что вот так вот смотреть на девушку, вот так вот прям.
читаешь комментарии, там девушка пишет: ой, 10 лет живу в Баку, никогда не видела, чтобы на меня кто-то смотрел. Читаешь комментарий. Ну, наверное, вы похожи на мужика, раз на вас никто никогда не смотрел. Потому что этого избежать просто невозможно. Особенно, если ты идешь на рынок. Я училась в универе. Вот реально у нас парни. Никогда никто на тебя не посмотрит. Что угодно одень, всем плевать. Мне кажется, девушек тоже привлекают именно такие мужчины. Которые очень любят себя. Которые не бегают за каждой юбкой. Когда парень приходит на свидание, первое, что он говорит: ой, ты знаешь, у меня столько девушек было. Я их всех бросил. Я решил начать общаться с тобой. Потому что ты меня как-то зацепила. Это сразу так смешно. Так по-идиотски смотрится. Я не знаю, то ли я поменяла мнение, но раньше как-то модно было встречаться с какими-то парнями на крутых тачках и так далее. А сейчас, мне кажется, наоборот, девушки начали себя настолько ценить, что они влюбляются в отношение к себе. Ну и что он гоняет на классные тачки? А что он делает для меня? Мне кажется, сейчас девушки мыслят вот так. Или мое окружение так начало мыслить. Сейчас девушки все больше и больше, мне кажется, начинают обращать внимание на отношение к себе, нежели на то, какая у него тачка, как он одет, какой у него телефон, какая мне разница, если у него все это есть, но он мне один цветочек не может купить, например, да? Молодцы, девушки, надо себя уважать. А еще надо уважать друг друга. Без этого никак. Меня раздражают женщины, у которых нет женской солидарности. Вот нет. Меня очень бесит, когда жертву насилия просто начинают обвинять в том, что она сама виновата. Например, не дай бог, что-то произошло с девушкой, с ней сделали что-то ужасное. И в комментариях люди начинают обвинять ее. Она дала повод, она сама виновата в этом. Вот таким людям, я говорю, не дай бог, у вас такое что-то произойдет, и посмотрим, как вы будете оправдывать насильника. Я знаю, что меня смотрит 95% девушек, и мне просто хочется сказать вам, хотя бы тем людям, которые меня смотрят, давайте иметь женскую солидарность. Бороться за женатых мужчин – это очень подло. В мире столько свободных мужчин, разных, в разных странах. Я смотрю, у нас здесь в Азербайджане столько девушек через интернет знакомятся с парнями. Одна вышла замуж за известного футболиста, другая вышла замуж за сына Жан-Клод Ван Дамма, если я не ошибаюсь, да? В общем, вы прикиньте, девушка-азербайджанка, которая жила вот здесь, она через интернет познакомилась с сыном голливудского артиста, звезды Голливуда, и вышла за него замуж. Не просто встречаются, у них была свадьба. Уважайте себя.
В мире полно людей, полно мужчин разных. Смотришь передачу «Мужчина не платит алименты», читаешь комментарии, женщины пишут «И правильно делает». Нарожала, родила для себя, воспитываю. Такие комментарии просто уши вянут, честно. Мне хочется просто, чтобы хотя бы мои зрительницы не были такими. Водички не осталось, закончилось. Хачапури получился. Очень вкусно. Мягенький. Дофига сыра здесь. Мама предложила сделать один большой. А я говорю, будет прикольнее, если два маленьких будет. Еще отварить грузинские. Наконец-то на этих выходных я еду в аквапарк. Ура! Я хочу еще загореть. У меня ноги стали черные. Я вам вчера влог снимала, там показывала. Хочу прям совсем черной стать. Надо с собой взять SPF, хотя бы SPF 15. Я хочу, чтобы лицо тоже загорело. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. В последнее время стараюсь как можно больше контента снимать для вас. Всем пока!